Привет! Я сегодня проснулась и захотела сделать печенье минутка. Я вчера ночью искала рецепт, нашла. Так что сегодня попробую. Я, кстати, вчера еще хотела сделать печенье, но было уже поздно, было 2 часа ночи. Я не рискнула так поздно делать, что-то готовить. Так что сегодня проснулась и вот хочу начать. Не знаю, получится у меня или нет, потому что печенюшки я раньше не делала. Я пробовала делать банановое печенье, но у меня, к сожалению, не получилось. Я его выбросила, оно такое было все невкусное. Я вообще не люблю нагретый банан кушать. Нашла, знаете, такой самый-самый простой рецепт. Все ингредиенты у меня есть. Попробуем, не знаю, что получится. Вот рецептик я выписала, заодно вы сможете увидеть, какой у меня почерк. Итак, печенье минутка. Нужна мука 3 стакана, вода 1 стакан, масло, олия. Полстакана, сахар 1 стакан, соль пол чайной ложки и сода пол чайной ложки гашеная. Можно использовать распушивач теста, разрыхлитель, вот, но он у меня есть, но не написано пропорции, так что я буду использовать обычную соду. Ванилин не был прописан, я прописала сама ванилин, потому что люблю все, что пахнет ванилькой. Духовку на 180 и выпекается, готовится 15 минут всего лишь. Ну, сейчас будем готовить. Итак, нам нужно просеять муку и смешать с растительным маслом. Муки у нас 3 стакана. Ну, сейчас будем делать. Так, муку я просеяла, сейчас добавляю растительное масло. И потом нам нужно будет добавить соду гашеную, уксуса, сахар, соль, ванилин. И все будем смешивать. Итак, я уже мешаю, я вам скажу, что соды у меня получилось только на третий раз, потому что я очень много уксуса лила. Ну, не наработанная рука у меня. Вот. Тесто получается эластичное, как написано, классно. Сейчас буду мешать, потом выложу это все на стол, посыпанное мукой. И еще помешу немножко, наверное. Вот. Посмотрите, какое эластичное, класс, вообще супер. Это все масло. Вот, а потом будем делать формочки. Every day is breaking me down. I'm a hammer, I'm gonna break ground. So I know that the glory's coming any day, anyway. I'll make them say, tonight I'm living my life. Gonna let go, love what I like. There's a voice inside confining me, defining me. I gotta live. Was in the same picture frame, you can't hang with me, cause you're lame, you see, I'm fresh to my last hour, so hot I turn the steam when I step out the shower, Gucci for the groupies, Prada when it's hotter, Fifth Ave shopper, got my dress game proper, but skip that, I gotta keep it. Я завязала волосы кое-как, чтобы не лезли. Я столкнулась с тем, что мне просто нечем сделать формочки. Не знаю, буду сейчас искать какие-то крышечки, потому что рюмок у нас дома нет и никогда не будет. Я противник этого, если что, есть чашки. Ну, короче, рюмок нет, и я не знаю, что же его придумать. Горлышко чашки или бокала слишком большие. Сейчас что-то придумаю, может, я просто их порежу. Я нашла вот такую крышечку, сейчас буду делать. А, нужно осторожненько. Не получается они у меня ровными. Еще я столкнулась с тем, что у меня закончилась пергаментная бумага. У меня всего лишь один листочек был, можно сказать, не на весь противень. Я разложу сейчас печенье. Сейчас вам покажу. Уже духовка разогрелась, я буду сейчас первую партию отправлять в духовку. Интересно, что получится. Вот такие медальончики у меня получились. Интересно, поднимутся или нет. Я не сильно делала такие высокие и не сильно тонкие.
Не люблю совсем сухое печенье. Потом чем-то вкусненьким посыпем. И еще у меня есть много-много варенья. Я в этом году закрывала сама. Ой, была бы не я, если бы у меня на лбу не было бы теста. По-моему, они даже очень хорошо поднимаются. Я вот не знаю, в рецепте было написано, что нужно раскатать тонким слоем. Раскатать тонким слоем и уже потом делать формочки. Но в комментариях было написано, что когда раскатываешь тонким слоем, они получаются сухими, очень сухими. Вот, и я решила вот так вот попробовать. Сейчас первую партию вытащу. Если они будут сильно такие пухкенькие, я буду раскатывать еще тоньше. Хотя я вот уже опять наделала этих кружочек. Мне очень нравится работать с крышечкой. И хочу в скором времени, возможно, попробовать налепить вареников с картошкой. Я очень люблю вареники с картошкой, чтобы картошка была или с грибами, или же с луком поджаристым. Очень люблю поджаренным, точнее. Вот, чтобы вы понимали, вот так они поднимаются. Интересно, что будет дальше. Засекаю время и ждем. Я думаю, вы не против будете, если сегодня будет целый день домашний влог. Вот только дома, никуда выходить не собираемся. Юра сегодня тоже дома, но он работает за компьютером, так что я сегодня попытаюсь еще отснять видео кое-какие, я написала. Знаете, что я хочу? Я хочу для вас сделать такие, знаете, короткие информативные видео. Кто-то читает журналы, кто-то не читает журналы. И я думаю, девочкам будет интересно посмотреть в течение 3-4 минут какую-то полезную информацию для себя по поводу своего ухода за лицом, за телом, за волосами, я не знаю. Хочу делать короткие видео, тем более короткие видео. У меня средний просмотр моих видео — это почти 4 минуты. Вот. И чтобы хорошо видео ранжировалось, все-таки хочется как-то набрать больше подписчиков. Но вот чтобы набрать больше, нужно о себе как-то заявлять, правильно? И твои видео только будут выходить там не в топ, ну, допустим, верхнюю строчку поисковика в поиске будут выходить, если, допустим, люди, во-первых, видео твое в основном смотрят до конца, полностью все видео смотрят, не выключают на второй, на третьей минуте, допустим, просматривают, лайкают, оставляют комментарии, ну и все такое. Я, кстати, меня пригласил YouTube 4 ноября, сентябрь, октябрь, ноябрь, да, 4 ноября будет сходка авторов, вот. Тем, кому 18+, они мне прислали приглашение. Вот, я зарегистрировалась и с удовольствием пойду. Я пойду, конечно, одна, потому что таких знакомые блогеры есть, но вряд ли они будут идти. Я не знаю, девочки, кто из блогеров меня смотрит, посмотрите. Вам тоже должно было прийти приглашение, если вам 18+, и канал где-то около года, возможно же полгода, если вашему каналу. Посмотрите, может, вместе сходим. Это будет на метро Васильковская все проходить. Я сама поеду, встречу новых людей, возможно, с кем-то познакомлюсь, пока что еще без понятия. Стримаю, конечно, знаете, когда в новой компании и никого не знаешь, как-то не очень по себе. Печенька уже довольно-таки вкусно пахнет, еще ждем. Я, знаете, что хотела? Я хотела еще добавить, у меня есть такие ароматизаторы, я не знаю, как они правильно называются, масла апельсина, здесь много разных масел, ванили, рома, и... Ром, да, вот есть, очень было бы неплохо в печеньку добавить. Я только забыла, куда именно нужно добавлять. Мама, это мама мне, кстати, передала. Если ты смотришь, напиши, пожалуйста, куда ее жидкое надо добавлять, или же в само тесто уже готовое. Мне кажется, что что-то жидкое. Ну, что в жидкое? Я не знаю, я воду лила, может, надо было воду капнуть, пару капель. Напиши, потому что забыла, куда нужно эти масла добавлять, чтобы был вкусный запах. Я уже одну попробовала, можно доставать. Сейчас я буду доставать. И все-таки раскатывать нужно не сильно толсто, но не так, как я делаю толсто, еще потоньше. Итак, смотрите, что получилось. Печенька светлая получилась. Я думала, что... Ну, она полностью приготовилась уже. Думала, что будет потемнее, но... Или будет гореть. Вот видите. Ну все, дальше оставлять нельзя было. Оно было бы еще такое сухое-сухое. Сейчас буду перекладывать в тарелочку. Он приготовил тарелку. И посыпать сахарной пудрой. Так, вот такая у меня печенюшка получилась. Очень симпатично выглядит, я вам скажу. И радует то, что это домашняя штука, а не магазинная. Ну, сейчас попробую еще раз попробовать. Девочки меня очень часто просили показывать, что же я готовлю. Вчера я приготовила суп, грибной суп. Вот, бабушка с России грибочки передала, делала грибной суп. Отварила вермишель с сыром потертым, кушала. Вот, ну, сегодня печенька, опять тот же суп вчерашний. Ну что, пробуем? Сейчас будет такой мукбанг. Кто там любит, не любит его, буду пробовать на камеру. Я пробовала в духовке, когда было.
Вот, сейчас уже посыпала сахарной пудрой. Угу. Вкусно. Еще у меня есть вот такое варенье. Я сама закрывала. Оно не сильно сладкое. Я не люблю сладкое варенье. Так что оно хранится не очень долго. То есть, если я сейчас открою, нужно хранить его в холодильнике, и оно даже может забродить. Короче, вот так вот было первый случай с первой баночкой, которую мы открывали. Вот, сейчас попробую открыть. И, возможно, помазать последнюю партию вот этим вот вареньем сверху. Варенье очень вкусное, я уже попробовала. Очень классный цвет, вы смотрите. Цвет здесь получается смородина и йошта. По-моему, йошта. Что-то смешанное со смородиной и с агрусом. Такая есть ягода большая. Очень вкусный цвет. Юра говорит, даже на мясо вот это варенье просто идеальное. У меня слюнки текут. Мы, кстати, вчера сделали перестановку. Рассоединили стенку, вынесли половину в коридор, потому что в коридоре мы просто прошли, он Юрка вещи кинул. Вот, просто прошли и все. А комната нам нужна такая большая, просторная. Вот я в носках, в лосинах, мой столик, моя полочка точнее, штору вчера стирали, ее никак невозможно погладить, так что висит такая. Итак, печенька доготавливается, пока духовка горячая, я решила сделать еще хлеб. У нас как раз хлеб закончился, почему бы и нет, у меня мука осталась, но сейчас буду делать. Хлеб очень просто делается, мне кажется, если бы я не начала, то я бы так с тестом никогда не подружилась, потому что вот как раз после хлеба у меня нормально получается замешивать тесто, в принципе, любое. Ну, любое то, что я уже пока пробовала. Хлеб я всегда делаю на глаз. Вот я насыпала муку, сейчас буду просеивать. И потом другие ингредиенты добавлю. Очень быстро, просто и очень-очень вкусно. Ну, как обычно у меня получается. Хвалы манеротику. Итак, я просеяла муку. Добавляем 2 ложки чайных дрожжей. Дрожжи. Использую я Сафмомент, кстати, очень классные дрожжи. Пол чайной ложки добавляю соли. Теперь я добавляю сахар. 2 столовые ложки, или вот 1, 2, 3 с половинкой. Все это хорошо смешиваю, перемешиваю. Лью чуть меньше стакана теплой воды. Можно всегда потом добавить. Перемешиваю это все. И теперь мешаю рукой. Самое главное, тесто хорошо вымесить. Еще такой секрет, если тесто все равно прилипает к рукам, нужно его еще вымешивать, тогда оно перестанет, или же добавить немножко масла подсолнечного. Самое главное, не добавлять муки, потому что оно будет забитое. Тесто к рукам уже не пристает, теперь я накрываю полотенцем и жду, пока немножко оно подойдет. Хочу вас попросить, напишите в комментариях какой-то рецептик печенья или какой-то, не знаю, выпечки вкусной. Знаете, такой хэштег «растяжопа» пусть будет, потому что впереди зима, нужно как-то набирать вес, чтобы не было холодно, отопление сейчас дорогое. И было бы неплохо, если бы вы в комментариях оставили какой-то рецепт. Можно просто ингредиенты, я потом додумаюсь, как их соединить, поэтапность их. Вот. Интересно, что вы такое вкусненькое готовите, выпекаете. Любопытно будет почитать. И кто знает рецепт печенья с имбирем, напишите, потому что хочу попробовать. Очень много о нем наслышано. Последняя партия получается пробная. Вот по капельке варенья добавила. Посмотрим, что будет. Итак, ребята, хлебушек я же переместила в формочку. Моя любимая, силиконовая. Юра удивляется, как она не горит. Мне самой интересно, с чего она сделана. Прям такой силикон-силикон. И сейчас буду отправлять уже в духовку, формочку придала ему, надеюсь, вкусный получится и поднимется. Вот такой у меня вкусный хлебушек получился, ну вкусный он или нет, я еще не пробовала, еще горячий, но очень красивый. Я люблю, когда так хлебушек открывается. Сейчас захочу скушать супик и горбушку, наверное, себе отрежу, пусть немножко еще остынет. Вот, супик у меня грибной, я уже говорила об этом. Сегодня хочу еще отснять видео. Наверное, буду снимать про волосы, точно еще не знаю. У меня много тем, я просто сажусь, выбираю сразу что-то и снимаю. Никак не подготавливаюсь. Вот, и я все зеваю, я так спать хочу, если честно. Мне, я только что читала комментарии, мне
написали, что я поправилась, и это видно. И правда, я поправилась, у меня вот лицо поправилось довольно так неплохо, и нижняя часть моего тела тоже поправилась. Но на зиму я всегда набираю вес, и на лето я сбрасываю. К июлю месяца я очень хорошо даже выгляжу, как-то это все автоматически проходит. Даже если я не занимаюсь спортом, как-то, не знаю, вот, не занимаюсь своим телом, не сижу на диетах, к лету, точнее, где-то до середины лета у меня тело приходит полностью в норму, даже целлюлит пропадает, как-то это все обратно забирается. Не знаю, каким способом, но вот на зиму я всегда поправляюсь. Я бы пришла кушать, сейчас я тоже буду. Yeah. I gotta live.